Меня зовут Дмитриева Марина. Я являюсь основательницей и владелицей маловаренной компании «Леля». И мы на эту выставку, где бывает, приехали впервые в этом году. Мы решили попробовать, посмотреть, как москвичам, насколько интересна будет наша продукция. Мы производим полностью натуральную продукцию, и наша основная концепция – это стопроцентная натуральность, экологичность, вегетарианские составы, ничего из нашей косметики не тестируется на животных. И на сегодняшний день в ассортименте нашей компании более 90 позиций. То есть мы уже можем закрыть практически все потребности. У нас есть шампуни, у нас есть мыло, бальзамы. Бальзамы для волос, бальзамы для губ, кремы. На любой вкус и на любые потребности. Мы считаем, что очень-очень важно производить действительно качественные, действительно полезные, экологичные продукты. Мы считаем, что обязательно найдутся люди, которым это нужно, которые ищут именно такие продукты. Поэтому на эту выставку мы приехали, чтобы показать себя. Из Москвы у нас достаточно много покупателей, но это покупатели розничные, с интернет-магазина. Хотелось бы как можно большему количеству людей показать нашу продукцию. Со своей стороны мы, конечно же, гарантируем очень качественный и честный продукт. Пожалуйста, приходите на выставку, мы здесь будем еще завтра. С удовольствием ответим на все вопросы, все дадим попробовать.